4 человека погибли минувшей ночью в результате крупного пожара в Москве. Горел жилой дом на Никитском бульваре. Спасатели успели вывести из здания десятки жителей. Сейчас огонь уже потушен. Причина пожара выясняется. Подробности ЧП передает Борис Максудов. 5 часов понадобилось московским пожарным на то, чтобы справиться с огнем в так называемом звездном доме. Сейчас из окон 5-го и 6-го этажей виднеются клубы сизого дыма. Это значит, открытого пламени уже нет. На месте ЧП работали 32 расчета. Пожару сразу был присвоен повышенный уровень сложности. Зданию больше 100 лет. По данным на эту минуту, в результате пожара погибло 4 жителя. Из огня их успели вынести еще живыми. Уже позже медики зафиксировали их смерть. Несколько десятков людей эвакуировали. Почувствовал сильный запах дыма. Вот, потому что загорелась квартира над моим соседом. Я, соответственно, вышел, а там пламя хлещет. Наша квартира над пожаром. С черного хода пришли пожарные, стучали в черный ход и быстро надели нам маски и вывели. Очень быстро. Этому зданию в центре Москвы больше 100 лет, и поэтому перекрытия между этажами деревянные. Пламя было видно несколько часов с обеих сторон улиц. Тушить пришлось с 3 сторон. По предварительной версии, огонь возник в результате короткого замыкания. По словам сотрудников МЧС, работу затрудняли не только деревянные перекрытия, но и незаконная перепланировка квартир. Общая площадь возгорания составила почти 2000 квадратных метров. Во время тушения несколько раз раздавались громкие хлопки. Пожар сопровождался хлопками бытовых аэрозолей. Принятыми мерами удалось остановить пожар практически в тех размерах, которых он принял к моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения. Проводились замеры лабораторий превышения ПДК в районе в связи с горением не выявлено. Угрозы соседним зданиям, строениям, угрозы населению, которое проживает в данном районе, нет. Обстановка спокойной, причина будет устанавливаться. Дом номер 12 на Никитском бульваре был построен еще в 1913 году. В разное время в нем жили заслуженные конструкторы, партийные деятели. Сейчас его называют еще и звездным. По некоторым данным, в нем находятся квартиры актрисы Ингиборги Дапкунайте, художника Никаса Сафронова и оперной певицы Любови Казарновской. Несколько часов движение по Никитскому бульвару и Калашному переулку в центре Москвы было перекрыто. Кварталы пришлось отцепить для работы пожарной техники. Дорогу обещают открыть к началу рабочего дня в Москве. Борис Максудов, Егор Выжлицов, Дмитрий Щербаков. Вести.